наших любимых BTS. Fake Love. Ты просто готов это увидеть? Но прежде чем начать нашу долгожданную реакцию на BTS, обратите внимание на мою футболку. Я знаю, вы будете задаваться вопросом, какого хрена она такая помятая. Ну, понимаете, у бедного блогера нет денег на утюг, поэтому, если у вас есть лишний утюг, присылайте мне. Чего ты ждешь от камбэка? Я жду, что там будет дикий сюжет, приблизительно как Blood, Sweat, Tears, потому что... Ага. Он идет 5 минут. Они с чем-то похожи, кстати. Да-да-да, и какой-то... Это, как... Ну, короче, давай... Это какой-то... Давай, а что ты ожидаешь? Что? Красивых BTS. Ну, сначала заставка популярна, да. Наша, как это сказать? Ладно, ничего не буду говорить. Я надо промолчать. Так тихо. Ага. Это мы помним. Это как в этом показывали. Ладно, не важно. Какой он такой взросленький. Блин, чмину. Классно его покрасили. Вау, блин. Что-то какой-то здесь. Рапнула прям вообще. Орлы. Блин, голос Шмина вообще так сладенько звучит. Блин. Ну, кстати, подобную песню они еще не выпускали. Да, какая-то она интересная. Да-да-да-да-да-да-да. Такой песни еще не было, точно. А, интересно, дроп будет? Ну да, опять же, да. Дома еще переслушаю. Блин, какой не только что был красивый. Да, ну посмотри, красивый. Вау! Почему какие-то странные? Да. Они как будто эпохами попутали. Знаете, декорации такие, знаешь, старинные. А одежда современная. Дичка какая-то. Ну, как обычно. Ура. Вау, круто. Сникерс. Да? Да. Не, это уже реально реклама. Без шуток. Сука постоянно в огне. Постоянно. Что за бред? Чё? Оджин. Это что-то означает? Таня! О, сюжет! Начинается. Я так и знал, что сейчас будет. Так. Это как в Блудсвит. Да. Точно так же, так и там было. Сейчас будет продолжаться песня. Да. Только статуи еще не хватает, поцелую. Спасибо. Они то ли челки потращивали сильные, да? Да, он хвост хорошо потрошил. Ага. Офигеть.
Офигеть. Что за дичка? Офигеть, видел? Шуба. Блин. Противостояние воды и огня, что ли? Непонятно. Аж глаз задёргался от такого качества, блин. Бомбят качеством, аж глаз задёргался. Ой, блин. Жив. Я не живи. Как тебе прикрыв? Не знаю, пока что он... Пока что. Пока что, не знаю. Но песня очень необычная. Вот именно вот этот вот... Да. Вот это да, короче, вот этот текст. Блин. Опять же, вешалка, которую в тизере индюрили. Кто этот? Офигеть. Блин. Ну, Бантаны, как обычно, показывают нам что-то новое. Каждый камбэк что-то новое, интересное. Да. Ты такой сидишь с открытым ртом, как мы только что. Офигеть. Это, короче, Blood, Sweat and Tears только в 18-м году. Не в 15-м, как было, а в 18-м. Я довольно... Я даже не знаю, что сказать, серьезно. Песню еще надо послушать в хороших наушниках, это главное. Это нужно послушать, ты тогда охренеешь. И я думаю, она понравится мне. Позже альбом послушаем. Альбом уже вышел, получается, да? Не знаю, я еще не знаю. Я тогда... Я тебе скину, если что. Угу. В общем, ребята, вы все видели. Теперь пишите ваши впечатления в комментариях. Будем все читать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до новых всем видео. Пока.